Всем привет! Сегодня я вам покажу, как мы будем подключать приставку Sony PlayStation к монитору LG. Не так давно хотела я ее продать, но в итоге, посмотрев видео на YouTube, что можно данную приставку подключить к монитору, либо к новейшим, да, новым телевизорам через специальные конвертеры. Так как мой телевизор новый уже не поддерживает вот такой вот разъем, то есть так называемые тюльпаны, то мне пришлось заказать две посылочки, и я сейчас вам их покажу. Первая посылочка прибыла ко мне с AliExpress. Это HD видеоконвертер Mini AV2 HDMI с разрешением 1080. Я, честно скажу, я еще не распаковывала, но здесь есть инструкция, как вы можете использовать данное устройство. Здесь все очень хорошо прописано. Давайте посмотрим, что входит в данный комплект. В данный комплект входит следующее. Инструкция, User Manual, вы можете видеть. Ну, что здесь, собственно, особого ничего нет. Просто спецификация, какие разъемы здесь есть и для чего они нужны. Итак, вот, соответственно, так выглядит Full HD конвертер. Здесь мы с вами можем видеть USB порт. И переключатель 700 до 1080 разрешения. Также здесь есть вход HDMI и вход для тюльпанов. Вот такая вот маленькая коробочка. Но, естественно, этого конвертера нам будет мало для подключения Sony PlayStation 1 к монитору. Поэтому был также заказан во второй посылочке с AliExpress. Вот такое устройство, то есть это непосредственно переходник для HDMI. В него входил провод, сейчас я вам все покажу, провод и само устройство, которое имеет... Не может сфокусироваться камера, которая имеет, значит, USB, да, с одной стороны, вход для аудио и VGA. Итак, давайте посмотрим, как это все будет работать. Естественно, я игру выбрала, у меня остались игры. Выбрала я игру, и стоит сейчас у нас Crash Bandicoot 3 в одном. Это одна из популярных игр 90-х годов. И давайте посмотрим, как это все будет работать. Так, надеюсь, что камера не упадет, и у нас все с вами получится. Ну, первое, что мы делаем, конечно же, мы должны с вами подключить приставку. Итак, берем наши тюльпаны и подключаем их, соответственно, в разъемы. Вставляем их до конца. Вот у нас с вами готовы, да? Готовы наши тюльпанчики. Ну, конечно же, начинать нужно с подключения данного кабеля Sony PlayStation в саму Соньку. Подключаем. Подключается она сзади приставки. Вот с этой стороны. До конца. Все, мы с вами подключили. Теперь, что нам осталось? Нам с вами осталось взять второй провод, который подключается в розетку, и также подключить
к Sony PlayStation. Вот мы с вами берем и так, здесь, вот здесь, подключаем. Вот мы с вами включили два кабеля. Теперь хочу, кстати, сказать сразу, что здесь уже есть у нас с вами игра, поэтому никаких проблем не будет. Так, мы с вами все подключили. Теперь, что нам остается? Так, в розетку мы с вами включим все одновременно. Сейчас мы должны с вами подключить сам разъем HDMI. Значит, как это все выглядит? Вот здесь есть разъем в самом мини-реверсе, да, HDMI. Мы берем наше устройство и подключаем его вот сюда. Все. Теперь мы в этот VGA подключаем наш монитор. Соответственно, сейчас мы с вами все это сделаем. Посмотрим только в каком варианте и как это необходимо подключить. Ну, здесь можно эти болты не закручивать, они для компьютера, поэтому все. Мы с вами все подключили. Вот так вот выглядит наша система. Теперь, сейчас в аудио мы с вами будем подключать звук. Так как у меня настольные колонки, соответственно, не дотягивается провод. Не могу вам показать, но мы его сейчас с вами включим. Все. Устройство готово к работе. Я сейчас пойду подвину колонки, чтобы вам показать, что звук у нас включен. Хотя, в принципе, ну, не могу вам показать. Дело в том, что не дотягивается вот здесь звук. Вот. В принципе, все. Наша с вами система вся включена. Теперь мы вставляем в розетку. Первое. Провод от приставки Sony PlayStation. Пошел такой, знаете, звук, если вы сейчас слышите. Пойду чуть-чуть потише сделаю, одну секундочку. И, соответственно, самое важное – это подключение монитора к розетке. Давайте попробуем включить. Все, монитор включен. Сейчас мы с вами непосредственно включим монитор сам. Вот пошла загрузка LG. Не знаю, видно ли было или нет. И мы сейчас с вами включаем саму приставку. Вот загорелся огонек. И давайте посмотрим. На действия, которые будут происходить. Так, диск крутится. Но на мониторе никакого изображения нет, как вы можете видеть. Не могу понять, почему. Но сейчас мы с вами посмотрим. Так, у меня есть идея. Я сейчас попробую переключить еще раз кабель мониторов из розетки.
И давайте посмотрим. Собственно, на мониторе мы с вами ничего не видим. В чем может быть проблема? Вариант видим, да, что диск крутился, но при этом изображение не было видно. Давайте посмотрим второй раз. Слышно опять, как крутится диск, но изображение до сих пор мы не видим на мониторе. Ну что вам сказать, в общем-то, на самом деле проблема с приставкой Sony PlayStation огромная. Значит, была попытка подключиться через вот этот вот рекордер, да, конвертер AV2 HDMI. И, соответственно, использовать, вот здесь сам вход, использовать переходничок для монитора. Но к монитору, как вы видели на видео, приставка не подключилась. Была попытка подключиться к телевизору Samsung, честно говоря, не помню, там 7-я или 8-я серия, вот также через вход HDMI. Телевизор в источниках, да, это в настройках, не выдавал поиск данного устройства HDMI. Соответственно, не совсем понятно, в чем была проблема с подключением. Значит, после этого я решила разобрать саму приставку. Я сейчас ее раскручивать не буду. Но у меня в итоге, после моих вмешательств, значит, там есть, здесь есть кнопка, которая, да, начинает под этой штукой, есть кнопочка внизу, там на схеме, которая дает возможность крутиться приводу. Кнопочка у меня просела, после чего диск у меня не крутился, и, соответственно, весь привод заглох. То есть, понимаете, как бы тут палка о двух концах. В итоге я, конечно же, призываю тех, кто, может быть, столкнулся с такой же проблемой, кто может подсказать, где там в Москве, ну, либо в Подмосковье есть люди, которые могут отремонтировать Соньку первую, подскажите, пожалуйста, мне в комментарии напишите. Ну и, конечно, хотелось бы проверить вот этот вот переходник, потому что у меня есть большие сомнения, что не работал именно он, так как телевизор не видел это устройство HDMI. Ну, в отличие от приставки МТС, да, которая у меня подключена, которую он видит сразу же, определяет, а этот почему-то он не видит. Я не знаю почему, заказаны эти были устройства с Алиэкспресс, но никаких вообще нареканий к ним, в принципе, от многих пользователей не поступало, и не могу понять, с чем связано. Так что вот такой вот облом. Надеюсь все-таки, что я ее подключу, мне ее отремонтируют, и, соответственно, мы с вами еще поиграем. Ну что ж, всем хороших выходных. Пока-пока.